правда думали, что все так просто? Всем привет! И это мое первое новогоднее видео. Полный джингл белс. У меня нет плана, как я буду украшать свою комнату. Импровизация. Ну а сейчас я вам покажу, что я купила. Обычно я ничего не покупаю на Новый год, потому что все досталось от бабушек, дедушек или вообще, когда я еще не родилась, родители покупали, и мне было нормально. Но в этом году что-то пошло не то. И я решила такая, а ну-ка закуплюсь я, потрачу свои... Вышло где-то на 1000 и плюсом гирлянду, которую мне подарили на Новый год. Красная мишура, зеленая мишура, гирлянда, которая... Одним цветом, по-моему, теплым. Я устала от разноцветных огоньков. Такие вот безделушки. Гирлянда на мой рабочий стол. Это венок. Он что-то погнулся немного. Елочные игрушки, но я их не буду на елку вешать. И вот такие вот бантики. Это, кстати, самое дешевое, что я купила. На данный момент моя комната состоит из кей-поп плакатов, карточек и аниме распечаток. Я это, конечно, не уберу. Я порвала плакат с Эксо. Если вы хотите на моем канале украшать свою комнату в кей-поп стиле, тогда пишите в комментарии, я обязательно это сниму. Она не выдержит. Сейчас еле заметно вообще, но я повесила. Мне пришлось снять плакаты. Я это, конечно, не уберу. Новый год здесь будет мишура, а не на Новый год я повешу Дальяну. Если что, это не оригинальные карточки. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if he won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. Cause I can't give it all away if he won't be here next year. Feeling Christmas all around, and I'm trying to play cool, but it's hard to focus when I see him. Сейчас я хочу рассказать о некоторых игрушках, которые у меня есть. Например, вот эта птичка. Ей много лет. Она даже старше, мне кажется, моих родителей. Да, что? Деньги. Очень много мишуры. С птичкой есть еще вот такой вот колокольчик. Я вот думаю, вообще наряжать елку или оставить вот так вот. Вот как-то так. Christmas Day with you, shawty with you.
Ну, она розовая. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it... Ну что, подведем итоги? Наверное, вы думаете, что моя комната выглядит так или так? А может быть так? Ну ладно, это уже слишком. Давайте все-таки посмотрим реальности в глаза.